Ох, блин. Эта карта моя нелюбимая. И как мне здесь прикажете играть за ведьму? Так, ну, надо сказать, что выжившим будет не легче, чем мне. Ладно, пошлите вниз. Вот он, мой тотем, кстати говоря. Спрятанный. Так, что-то они как-то долго не подают признаков шума. Тут не чинится. Далее. Наверху тоже не слышу, не чинится. Здесь не чинится. Угу, слышу. Наконец-то. Детишки подали признаки жизни. У тебя попец глада-то торчит. К выходу, беги к выходу. Нет. Ты не убежишь. А, вас трое всего. Я-то думаю, что-то как-то уж слишком тихо. Ты специально сюда прибежала, чтобы я не мог... Нет, не специально. Конечно же, не специально. Давай, на крюк. Сейчас я тебе компанию какую-нибудь принесу. Угу. Надо было там оставить эту метку. Печать призыва. Побежали сюда. Ну, Гладет. Не в этот раз, видимо. Не в этой жизни. Как раз вот к голубому крюку прибежала. Давай, я тебя сразу же повешаю. Если... Ну давай же. Так, тремя знаками. Ты чё? Так, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Давайте. Они со мной играть, что ли, будут? Так, давай. Так, подругу свою теперь давай сюда. Что такое, а? Дисконнект. Вот дрянь, а. Куда же могла убежать твоя подружка Мэгги? Слышу. Тебя я тоже заберу с собой. Ага. Далеко не убежишь. Угу. Предсказуемо. Давай, я прямо за тобой, Мэгги. Давай, давай. Опрокидывай, давай, опрокидывай дощечку. Молодец. Теперь ты не убежишь. Теперь ты никуда не денешься. Хитрая, что ли? Чё, думаешь, я не знаю этот прикол? Ну ладно, ладно, пойдем, пойдем. На голубой крюк тебя повешаю. Одна
отдыхай. Один что-то дисконнектнулся, непонятно почему. Игрок, потому что кемпер защищал свою жертву, не давал подойти этим двум нахалкам. Да блин, мне один раз надо было телепортироваться все будто. И опять эта карта, это что ж такое-то? Так, ладно, вот ближайший генератор. Передо мной. Все, бежать некуда. Не понял. Что такое, а? Так, ну-ка давай-ка обратно на крюк. Что? Упустил. Видел. Что? Так, а там сломали, да?
Телепортир. Упустил. Как они так быстро бегают от меня? Дурочка, что ли? Ясно. Так вот почему мне долго не находит катку.